Подходим к каждому дому, и нам дают конфеты. И вот, некоторые дают много конфет, некоторые не очень много, по одной конфетке. Вот. Это все люди пришли за конфетами. Вообще так-то весело. Только мы что-то сильно старшие. Короче, мы здесь самые старшие, остальные все дети с родителями. Вот, вот так вот. Вот так. Юля, кто ты? А? Я не знаю. Она не знает. Кэнди, что ты там? Да? Я думала, ты просто чучело. Ты же говорила зомби. Да. Уже не зомби? Я Кэнди Хэйн. Кэнди Мэн? Кэнди. Вон, видели этот человек? Вот это Юлина мама, познакомьтесь. Вот это, да, вот идет. Мама, да, мама. Такой же где-то папа ходит, так что спутать очень легко. Я папа мужчина. Но они одинаковые же. В некоторых домах нам не открывают двери. Вообще не открывают нам двери. Или их нет дома, или они жмотятся конфетами. И про прогнозы погоды передали дождь. Вообще дождь передали, сейчас я волнуюсь, что у всех потечет краска. Мальчик, кто это? Что за мальчик? С носком на голове. Мне кажется, знаешь, он кто? Мне кажется, он Каспер. А, может быть, мне хотелось сказать плохое слово, но я не буду говорить. Вон тот с ума и сбегает. Трясет. Мы должны насобирать целую ведро. Надо валить каких-то маленьких чупа-чупсов, мендемсов, блин. Существенно, дали бы что-нибудь? Денег. Сникерс. Денег. What do you want? Candies. Вот так вот. До скольки мы здесь будем? Мы не знаем, до скольки здесь будем. Вот так. I'm right here. Gay. Come on. Чем, когда едем на машине, кричим Happy Halloween. И вон дети побежали. Да, они вообще-то бегут, потому что конфеты всем дают поровну. Всем мало и всем поровну. Они вон бегут. Еще одна. Мелиби украсила шапку тараканами, пауками.